В Красногорске завершил работу 5-й всесоюзный форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу». В нем приняли участие более 300 человек из 86 регионов Российской Федерации. Это люди, которым не безразлично не только свое будущее, но будущее близких, друзей, соратников, будущее страны. Их целеустремленность, готовность общаться, объединять усилия, делиться опытом полностью оправдывает название мероприятия «Мы нужны друг другу» и его цели. Дарья Кузнецова посетила форум в составе делегации Московской области впервые. В свой семейный центр вдохновения она возвращается полной впечатлений, эмоций, мотивации и информации, которую можно и нужно использовать в работе уже сегодня. Больше всего, наверное, мне понравилось оказаться среди ребят, с которыми мы работаем. Здесь прекрасная возможность, будучи всем вместе, общаться с ними на равных, слышать их, понимать, чего они хотят, какие-то получать живые, настоящие предложения от них. И вот это самый ценный опыт, такой человеческого общения, когда ты лучше понимаешь людей, с которыми ты работаешь, как специалист. Завершающий день форума был посвящен воспитанию молодежи в духе осознанной любви к родине. Спикеры говорили о противодействии информационной войне, переписыванию истории и пропаганде чуждых деструктивных идеологий, о новых методах прививания чувства патриотизма молодежи через труд, спорт, участие в общественной деятельности. Участники форума активно обсуждали как этот, так и другие серьезные вопросы, стоящие перед современной молодежью. Также были намечены шаги и действия на ближайшую пятилетку. Планы на 5 лет они достаточно большие, потому что в рамках форума были озвучены большое количество проблем, которые нам, как организации, придется решать совместно не только на уровне регионов, но и на уровне субъекта. Конечно же, все-таки, наверное, это мы все-таки здесь делаем большой посыл на ближайшие 5 лет. Это, знаете, наверное, все-таки поддержка тех ребят, которые участвуют в специальной военной операции, которые снижают в госпиталях. Это как раз те ребята, числа детей-сирот, которым нужна особая поддержка и помощь. Конечно, будем реализовывать проекты, мероприятия, всероссийские акции во благо детей-сирот, потому что мы сегодня объединяем свыше больше 100 тысяч воспитанников детских домов по всей стране и больше 5 тысяч выпускников детских домов. Поэтому работы на 5 лет очень много. Участники мероприятия, кроме всего прочего, отметили красногорское гостеприимство. А следующий форум «Мы нужны друг другу» Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны» состоится в 2025 году в Москве.